Желающих стать главой Самары стало больше. Накануне заявки подали сразу 4 человека. Это инженер-конструктор РКЦ «Прогресс», депутат Совета депутатов промышленного района Дмитрий Чиндин, профессор Самарского университета Всеволод Колпаков, директор строительной компании Вадим Букатин и логист-водитель Николай Мельник. Напомню, заявки в городской думе принимают до 18 декабря. Документы подали уже 20 человек. На следующей неделе к работе приступит специальная комиссия, которая будет проводить отбор кандидатов. Имя нового градоначальника станет известно 22 декабря.